Для людей с нарушением зрения самостоятельно сделать заказ в ресторане – задача почти невыполнимая. Однако этот ресторан в индийском городе Индор ломает систему. Мы привезли сюда 46 слабовидящих детей, напечатали меню шрифтом Брайля. Так что здесь они уверенно читают меню и могут сделать заказ без посторонней помощи. Тактильный точечный шрифт для письма и чтения был создан в 1824 году французом Луи Брайлем. Он сам лишился зрения в детстве. В 15 лет разработал свою систему. Его вдохновил шрифт, который использовали военные для чтения донесений в темноте. Сегодня я горжусь собой, потому что смогла самостоятельно заказать еду. Мы все заказали еду без посторонней помощи. Чувствую себя прекрасно, потому что даже не представляла, что когда-то смогу прийти в ресторан, прочитать меню и заказать блюдо. Инициатива принадлежит организации «Молодые индийцы». Именно она предложила ресторану такую идею и помогла ее реализовать. Сейчас организация ведет переговоры с ресторанами в других индийских городах, чтобы они сделали то же самое.